чест. Я ее целовал. Да. Я клятву давал этому знамени. Это знаю. Брат, как такое отношение к знамени, да? И у нас оно есть, мы на этом воспитаны. И поэтому. Верните, для чего вы вообще создали этот прецедент? Ага. И кричат. И говорит, обратно. Первичной партийной организации. Вот. Наша первичная партийная организация существует давно, еще когда мы были членами КПСС, потом стали членами КПРФ. И вот так получилось, что мы, когда начали разоряться предприятия, мы, как члены КПСС, стали спасать свою атрибутику по предприятию. Волик Виктор Георгиевич Узурипинского из колхоза забрал 2 знамени КПСС, так? Там пролетарии всех стран соединяйтесь и профиль Ленина. Так оно и сейчас для нас важно. Нам ничего не поменялось для нас, членов КПСС, что нету, то есть КПРФ, что нету Советского Союза только. Вот. Я принесла с совхоза, значит, знамя. И мой муж принес из гаража. Там стояло красивое знамя, где написано «Союз Советской Социалистической Республики». Эти знамена мы использовали постоянно при проведении митингов. Вот. Сначала эти знамена стояли у меня. Потом мы, поскольку очень неудобно, они же длинные, транспортировать их к месту проведения митингов, то мы стали проситься в администрации, у учителя Валерия Славовича, что можно мы будем выставлять это здесь, в администрации. Ну, собственно говоря, это здание когда-то было построено коммунистами, и все люди, которые работали там, были коммунисты. Поэтому ничего мы отрицательного от него не услышали. Мы в актовом зале проводили партийное собрание, и в углу у нас стояли эти знамена и флаги. Потом как какой-то товарищ приехал к нему, замечание сделал, что вот тут люди собираются, тут их знамена и флаги, они переместили их в общий отдел. И мы стали на митинги, пикеты, и на то, что надо, значит, на акции, забирать свои знамена и флаги и выносить их. Вот, знаменосцы, значит, у нас из ветеранов. Одни умирают, другие приходят. Вот один из них, череда, Семен Алексеевич здесь находится, который выносили, заносили эти знамена. И пришел на смену Киркоров, и никто от него возражения не слышал, и вопросов от него не слышал. Поэтому они там стояли. Ну вот подошло, значит, пришел январь месяц, и у нас чудеса все начались в январе месяце, когда Киркоров, значит, наш глава администрации, вдруг почему-то не хотел, чтобы у нас прошел митинг, посвященный освобождению поселка Миномостка от фашистских захватчиков. Когда мы написали, значит, уведомление, что мы хотим провести этот митинг, и чтобы Дом культур подключился, потому что это такое событие, да, он начал написать рекомендации не проводить. Пока мы тут с прокуратурой добивались правды, ну, это время прошло, я написала, что митинг мы не проводим, боялась подставить, пока я все законы не доказала, что это можно. Но когда я из прокуратуры получила письменный ответ о том, что до 90 человек мы собираемся, нам уведомление можно не писать, вот, тогда я отказывал, конечно, не будет. До 19 февраля я с этим бумагой, что у меня от прокуратуры, что у нас в Рискове был ответ нашего главы Аслыча Якитовича Кукушинова, значит, что мы можем проводить мероприятия памятные обязательно, в первую очередь, и другие там мероприятия можем проводить не в парке, не в конце парка, как в Каменномостском, как они нас посылали, там на траве проводить, в снегу зарыться и проводить свои, значит, мероприятия. Вот, пойдите, проведите там, расскажите все, могилы в центре, а мы должны были пойти в парк, рассказать все, значит, всплакнуть, а потом вернуться, возложить цветы. Это вот такой абсурд был. Пока мы не добились прокуратуры ясного ответа, 19 февраля я захожу в администрацию, говорю, нам надо забрать наши знамена и флаги для проведения мероприятия, потому что у нас завтра митинг. Но они не ожидали. Почему? Потому что уведомления не было. А уведомления не было, потому что его не надо писать, у нас до 90 человек собирается, больше нет. Вот. И Роман Арсентьевич, нету его, я ему звоню, Роман Арсентьевич, он, да не беспокойтесь, без проблем, да без проблем. Я говорю, как мне договориться, где они, я их не найду. Да они в подсобке, мы установили шкафы, они нам помешали в подсобке. Я говорю, как в подсобке, мыши поедят. Нет, не беспокойтесь. Я тогда, значит, хорошо говорю,
Я 23-го прихожу, у кого я беру свои знамёна и флаги. Да вы не переживайте, не переживайте, мы все там будем, и все там будет. Вовец звонит мне, говорит, что да мы свой, оказывается, митинг будем проводить в это время. Я говорю, ну хорошо, свой митинг будете проводить. Ну только знаете что, не выставляйте вы красные свои знамена. Он мне говорит. Я говорю, а что такое? Ну как же, чтобы никто не обижался, типа «Единая Россия», чтобы не обижалась, мы будем проводить свой митинг, красные знамена. Я говорю, давайте тогда флаги победы хотя бы выставим. Он, ну хорошо, знамена победы, хорошо. Прихожу утром, не могу я взять копию знамени победы. Идут старики забирать это знамя, сходили несколько раз, не могли забрать копию знамени победы. Спасибо, что у меня дома была копия знамени победы одна, мы поставили ее вокруг, возле памятника. Но если подумать, в патриотическом воспитании, как бы там ни было, сражения шли под красным знаменом. Красные знамена тогда были, так развивались. И знамя укрывали на груди, да, и старались сохранить это знамя. Правильно? Как такое отношение к знамени, да, и у нас оно есть, мы на этом воспитаны. И поэтому для меня это был стресс вообще, что можно вот наши знамена не отдать. Я подхожу, Роман Арсеньевич, ну-ка отдайте наши знамена. Я вам завтра дам, тогда отдайте мне хотя бы копию знамени КПРФ, и, то есть знамя КПРФ и копию знамени Победы. А вам они зачем? Я, Роман Арсеньевич, ну вам какое дело? Это же наши. Мы их покупали через Резком, сейчас их можно приобрести в Москве. Ну мы, как люди, состоящие в КПРФ, можем сдать деньги, заказать. Они знают, что это мы не на улицу куда-то там, чтобы мы раздали где-то кому-то. Не для продажи, это же для того, чтобы мы видели, что это наша атрибутика. Не отдал. Завтра приходите. Пришла завтра. Не отдал, я буду разбираться. Приходите послезавтра. Послезавтра пришла опять, не отдал. Да? Потом мы, коммунисты, собрались. Позвонили ему, давайте мы к вам придем. Вы нам это самое объясните, что происходит. Ладно, на следующий день, значит, мы к нему пришли. Заместителя своего дождался, нового заместителя взял Олег Николаевич. И начинает разговор. Вы знаете что, вот все они тут стоят, а когда вам надо будет, вы напишите заявление. Мы говорим, да в честь чего? Это наши, мы были КПСС, понимаете, мы были КПСС, теперь КПРФ. Это наши, наша кровная, это, как это можно? Ну, если кому-то надо было где-то что-то собрать, сколько предприятий разорялось вокруг, да? Чего они не собрали? Ничего. Почему они не дорожили этим, да, святынями? А мы дорожили, мы знали, что это обком вручает, что это награда высокая. Мы сохранили это все, да? И теперь нету КПСС, есть КПРФ, но мы-то наследники. Мы же, это ж, с нашим знаменем цвета одного, вот, наши, вот атрибутика наша, так? Вот. Поэтому он, пишите заявление, мы говорим, нет. Его заместить, ах, так, так, тогда из принципа вам не отдадим. Как это вы из принципа нам не отдадим? Вот так вот, не отдадим, они не ваши, докажите, что они ваши. Получается, если я вот эту куртку сниму, у вас есть чеки, сниму эту куртку, оставлю, что, я приду, без чека они мне не отдадут, а на что их, что ли, будет? Ну так же нельзя, они же понимали, что мы заносим, заносим. Поддержку поселку Каменномосского мы сегодня вышли на одиночный пикет, здание администрации, с просьбой с пожеланием разрешить этот вопрос. Чем мне непонятна позиция господина Киркорова, что его вообще толкнуло на такой поступок? Изъять знамена и удерживать у себя. То есть средний возраст коммунистов 75 лет. Вот мне хочется задать ему вопрос. Господин Киркоров, вы с кем справились? Герой вы наш. Вы со стариками справились, да? К вам они идут, просят вернуться, ведут старики. Звонят больные люди, Ибрагимов конкретно, депутат района, звонил с просьбой вернуть. Другие граждане подходили, верните. Для чего вы вообще создали этот прецедент? Вот перед вами один из сторонников КПРФ, у нас большая организация сторонников КПРФ в поселке Миномосске и других населенных пунктов. В данном случае это один из знаменосцев, которые заносили знамена и выносили, считали за честь знамя это взять в руки, занести, вынести. Череда Семен Алексеевич. А само знамя для вас что значит? Ну это же знамя. Я сейчас объясню, что значит. Я служил. Вот. Последний год службы я стоял на посту только у знамени. Больше даже год. Только у знамени. Это честь. Я ее целовал. Я клятву давал этому знамени.